сегодня радостное событие. У нас была заветная мечта. Мы мечтали о детской спортивной игровой площадке. И, наконец, это у нас с вами свершилось. Как хорошо, что есть люди, которые помогают провести мечту в реальность. Благодаря вам у нас появился этот замечательный спортивно-игровой комплекс. Много здесь людей трудилось, а теперь настал тот час. Посмотреть, что получилось. Но глядите-ка, ребята, здесь какая-то преграда. Красной ленточкой закрыт. Что же делать? С раннего утра в детском саду Дахабын Аула Бличипсин царило праздничное настроение. Украшенная разноцветными шарами красивая площадка так и манила к себе посетителей. Новая горка вызвала у детворы массу положительных эмоций. Их лица сияли искренними улыбками, а в глазах читалось желание поскорее поиграть на новой площадке. По традиции была перерезана красная ленточка. Исполнили эту приятную миссию заведующая детским садом Мария Тлафишева, депутат Совета народа депутатов Кашхабльского района Юрий Балоков. Мы хотим выразить огромную благодарность за оказанную помощь в приобретении детской спортивной площадки депутату ЛДПР Панешко План Мухдиновичу, Балокову Юрию Шхамбиевичу и Хаткову Хазрету Хамидовичу. Спасибо им большое за такую оказанную помощь. В преддверии Нового года это большой подарок для наших детишек. Желаем им счастья, здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой. Депутат Личипсинского сельского поселения Хазрет Хатков присоединился к искренним пожеланиям и подчеркнул, что одна из основных задач власти – забота о подрастающем поколении. Уважаемые воспитатели, дорогие дети, вы наше подрастающее поколение, поэтому все лучшее вам. Растите на радость своим родителям, здоровые, счастливые. Катайтесь на новой площадке. Всего хорошего вам. После торжественной церемонии открытия дети в знак благодарности организовали небольшой концерт с песнями и танцами. Bye.
детей, чтобы в Жуковском садке намного веселее. Молодцы.